Петербургские страсти. Третий сезон, вторая серия. Следственный изолятор Кресты. Камера, куда попал вольфрамовый старичок. Так что ты там про Шемякина-то затирал, а? Ну, договорил-то я про этот памятник. Да, нас от этого памятника в Колпино, между прочим, увезли. Ты в окно-то глянь. Ух, что-то Колпино, наркоманский притон какой-то. Я не соглашусь. Никольская и Шушары гораздо хуже. Нет-нет, господа. Безусловно, самый наркоманский район Санкт-Петербурга, Питера, это Металлострой. А я говорю, веселый поселок. Ёб твою мать. Давайте, что мы тут будем решать, я не понимаю. Это все ерунда. Мы же про Шемякинскую сфинкса говорили. Да я не про только сфинкса, я еще и про Петра Первого в Петропавловке. Ну, Петр Первый в Петропавловке, да. А вот этот сфинкс, это хорошая идея. Да сфинкс-то хорошая идея. Только ты мне объясни, мил человек, почему у него на голове водник стоит. Ну, там в оригинале-то не водник. Там кто-то поставил, видимо, водник на сфинкса. Да, суровая какая-то хрень. Откуда вы взяли вообще-то фотографию? Да тут... Валялась она из газетенки какой-то. Там прислали посылку одному, там, значит, в газетенку какой-то продукт был. В обла, что ли, послано. Ну, мы, значит, распечатали, а там фотографии это вот это вот с памятником. Сфинксом-то этим, с водником на голове. Вот теперь только не понять, водник это или не водник. Ирины Борисовны не было дома. Ее дочери тоже не было дома. А дома был только их домовой, которого звали Нафаня. Нафаня сидел на унитазе. Но он не справлял естественную нужду. Домовые естественную нужду, знаете, не справляют. Они же духи. Им это не нужно. Он просто на нем сидел и скребал опилки с кошачьего туалета. Да, кошка, конечно, мусорит. Но это ладно. Вот Ирина Борисовна наша тут. Я как мужа-то ейного выгнал. Она сейчас, получается, мать-одиночка. Дочку тут поднимает, кобылу такую. Ну, ладно. Это ерунда. Но что какой-то хрен сейчас приходит с иконками, это мне категорически не нравится. Я иконок, знаете, не люблю. Вот что это вот за иконка такая? Непонятная. Тут-тут-тут-тум, тут-тум. Ах, сел я, значит, в троллейбус и поехал кататься на нем. Достал подорожник, приложил к валидатору и снова сел. Это было 6 утра, в троллейбусе только одна тетка, кондуктор, спала. Да и то это, и потом я как увидел, это не кондуктор, это просто какая-то женщина тоже в оранжевой робе, но она была не кондуктором. Еду я такое, слушаю, плеер... Как вдруг вижу, что какие-то три негра дерутся. Ну, я вышел, думаю, как на вокзальной площади у нас негры дерутся. Такого быть не может в нашем городе Таганроге. И правда, драка трех негров. Я подумал, зачем я вышел, сейчас меня тоже побьют. Вот я дуралей. И говорю, извините, пожалуйста, друзья, может, не будем драться? Тут все остановились и говорят, а действительно, с чем мы деремся, блядь? А другой говорит, вот-вот. Ерунда какая-то. А третий говорит, I speak Russia. Вот. Наша замечательная кондукторша, косплейщица Настя такая прибежала поутру куда-то. Какой-то спортзал, и начала ногами там размахивать. Ногами, руками машет там, кричит, прыгает, визжит. С ней тоже еще какие-то пять теток кричат, визжат, ногами машут, руками машут. Потом это оказывается тайцзицуань, такая вот, тайцзицуань, китайская такая гимнастика. Ну и наш кондукшенш косплейщица китайской гимнастикой тайцзицуань позанималась, и выходит счастливая такая на Казанскую улицу, потом по Невскому такая идет, веселая, жизнерадостная, потом подумала, а не покурить ли мне ментоловую сигаретку? Взяла и закурила. А тут
сзади нее: «А-а-а! Куришь?» А она говорит: «А хулишь?» А ей говорят: «Пьешь?» Она говорит: «А что ж?» «А цигуном-то занимаешься?» «А занимаюсь». Ну и пошли они, значит, в кафешку. Выпили кофейку, съели по три пирожных. Булочная Вольчика называлась, значит. Вкусно там было. О, любила кондукторша косплей, что Настя в булочной Вольчика-то трубочку со сгущеночкой навернуть под чаек зелененький. Вот тут что-то они кефиёк почему-то решили выпить. Странно. Обычно наша кондукторша-косплейщица пила зеленый чай, но, видимо, после папироски с ментолом ее так развезло. «Ты же вроде не куришь уже давно, а что ты закурил-то, а?» «Да я не знаю, просто эксперимент такой хотел провести, как бы так шла, так что-то после цедицуаня. Что-то там мне какую-то мышцу, наверное, никотиновую надорвали на цедицуане». «Да, странно, на цедицуане не должны никотиновые мышцы надорвать. Ты давай это, вот тебе книжка Алана Карра, тебе сейчас скину по WhatsApp. Прочти ее и больше никогда не кури». «Да я редко». «Да редко это самое плохое. Надо курить. Если уж куришь, то надо курить и быть заядлым курильщиком. Вот заядлым курильщиком гораздо проще бросить, чем тем, кто курит от раза раз. Но ты же страдаешь, пока не покуришь. Ты же долго там все ждешь. Давай, кури, 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 не кури». «Ну я не знаю, не знаю». А наша Настя и не знала, что почему у нее это желание покурить-то родилось. А просто домовой в ее доме химичил. Так, посмотрим, не посмотрим. Ой, непонятно ни хрена здесь вообще. Надо на Фане позвонить. Да, на Фане слушает. Слушай, ты что там делаешь? Да я тут иконки тут это самое просматриваю. Тут что-то иконок какой-то нам, где этот самый мужик бородатый стал ходить к моей Таринке. И иконок тут всяких наставил. Ну, неприятно как-то мне, как духу. Вот. «Да ты верующий, что ли? Я не знал, что ты православный». «Да никакой я и не православный. Ну, просто я вообще об этом не думаю. И мне нормально. У меня вообще тут иконки есть. У нее вот та самая мама-то у Настюхи, она православная». «Да и это, откровенно скажем, иной раз Господа-то упомянет. Хотя тут у нас какой-то непозволительно индуизм процветает». «Да не, Настюха-то ладно твоя». Господа афроамериканцы, что же вы дрались-то? Да мы дрались, откровенно говоря, потому, что просто перепутали. Перепутали мы вот этого милого человека, подумали, что это обманщик. Был у нас один студент тут, Патрис Лумумба, денег со всех насобирал тут негров Таганрога и уехал. А что у вас, общество такое, негры Таганрога? Ну, у нас не общество, у нас просто он к каждому подходил, у нас вот всего-то это двое, в общем-то, всему Таганрогу двое нас. I don't speak Russian. Да, вот это на speak Russian и я. А этот приехал, и что-то мы такие: «Кто такой?» Думали, мошенник какой. А это не мошенник какой, это вообще Барабумба. Ничего себе у него имя. Барабумба. Смешно какое-то. Смешное какое-то, нелепое. Да ладно, нормальное имя. Ты это самое, помалкивай, а то он тебе может тоже навалять. Что такое? Почему имя не нравится? Барабумба и Барабумба. Это прикол такой, ё-моё. Я поехал. В общем, дальше. Ты не подскажете мне, пожалуйста, где здесь отель Маликон? Отель Маликон, ну тут на Энергетической улице. Садитесь, пожалуйста, в мою таксишку и едьте. Все, до свидания, господа. Тут-турюм-пум-пум-пум. Да, ну, история у вас, мил человек, ну история. Я прям вообще поражаюсь, как вы ходили в Эрмитаж со своей старушкой Бамбумбой. Это просто уморительная история. А я говорю, уморительно. А ты где, в Америку съездил сейчас на отпуск-то? Какой отпуск? Я здесь уже 3 года сижу. Ну, тебе же отпуск давали. Отпуск тут не дают никому отпуск. Тут мы сидим, ждем сюда. Ты 3 года сюда, что ли, ждешь? Ну, а чего? Я просто туда-сюда кочеряю тут. Там суд, потом обратно суд. И так как бы и нас суд все, вот, судьи на меня. Да ладно, судьи.
Тут все, знаешь ли, мил человек, такое, раз такое, раз этакое. Я бы не советовал вам бегать тут, прыгать. Да я и не бегаю, не прыгаю. Чиферочка-то мне дай. Держи. А, ядрен чиферок. Так, значит, я вообще думаю, не понимаю, что за херню мы тут творим. Мне здесь вообще не место, я изобретатель. Я могу из двух холодильников такой самокат стоебенить, что... Это самое. Так ты бы не самокаты стоебенивал, ты бы какой-нибудь танк бы захуярил, и тогда бы сразу бы тебя отпустили. А что? Не, ну, танк-то я, в принципе, могу, но это сколько же холодильников надо на танк-то? Тут-тут-пум-пум-пум. Сука. Ну ты меня рассмешила, Настюха, рассмешила. Да? Рассмешила. Все, пока. Пока-пока. Костя закрыл за ней дверь и сел на кресло. Ох, что это, Настюха. Взял с блюдца колбаску, съел кусочек и запил коньячком. Ох, что Настюха, да, косплейщица такая. Такая бестия, такая бестия. Бестия. Так, ну что же, теперь я, пожалуй, возьму да посмотрю новый выпуск «Намедни» Леонида Парфенова. С теми словами он пересел в другое кресло, включил свой телевизор. Взял ютубчик с телефона и перевел на телевизор. И стал смотреть на меня. Вдруг с кухни донесся голос его матушки. «Готово! Иди кушай, сынок!» Константин уж нажал паузу, вышел с кресла и пошел на кухонку. На кухонке он ел и в наушниках слушал ютубчик. Какой-то подкаст, то ли канал Дождь, то ли Эхо Москвы. С точно мы уже не установим. Брум бум 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 брум бум 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 бум. Здравствуйте. Добрый день, да? Мне я чуть номер снимал. 200. Так, значит, третий корпус. Вот там. Да, сейчас приходите просто в корпус, там садитесь и сидите спокойненько себе. Ждите, вот кофейку я вам сейчас принесу. И сейчас придет человек наш ответственный за заселение в номера. И вам это все, да, выдаст ключи, все как бы сделает. Хорошо, я буду ждать. Ох, чего ж меня понесло отсюда. Не понимаю. Что я здесь делаю? Да надоел ты уже, что ты здесь делаешь. Нефиг было закладки по району расшвыривать. Не, ну я же не расшвыривал, я просто ходил, это самое, работал. Ой, идиот, ты понимаешь, что за такую работу тебе могут надавать люлей-балюлей? Это понятно, что могут. Ну и ладно. Ну, сейчас-то я здесь сижу и вообще надолго я, походу, уеду, да? Походу, надолго уеду. Поэтому, дорогие зрители и слушатели передачи нашего радиоспектакля «Петербургские страсти», никогда не балуйтесь закладками и никуда их не закладывайте, иначе вас могут отправить в тюрьму. Да. Хорошо здесь сидеть, конечно, и ждать. Ждать вот этого непонятного у моря погоды. Мяу. Мяу-мяу. Ну что ты, Васек? Колобок. Дверь тебе открыть? Это я завсегда тебе дверь открою. Иди, Васек, колобок, погуляй. Да, странная, конечно, хрень быть домовым. Сидишь себе вот тут. Сейчас вот сгущенки немножко съем еще, сказал домовой, открыл холодильник, достал сгущенку и стал прямо ее есть. А вообще, честно говоря, мы духи запахами питаемся. Это я от сгущенки питаюсь. Просто я такой весельчак домовой. Но у нас, если сгущенкой домовой полакомился, значит, вроде как и хозяевам польза от этого будет. Поверье такое есть у нас. А в это время ночью на Василеостровской в Макдональдсе летал призрак. Он размахивал салфетками с скатертью. Все ночники бегали и орали. Что же происходит? А кто это такой?
Ночники-то те в Макдональдсе, которые чистят всякие приборы, моют полы и так далее. В общем, занимаются подготовкой открытия ресторана быстрого питания Макдональдс на следующий день. Бля, что это за призрак за нами бегает, салфетками машет, не пойму я что-то, зачем же я устроился ночником Макдональдс, бля. Зачем же я устроился ночником Макдональдс, бля. Здесь призрак с салфетками бегает за мной, тики-ди-баляу, тики-ди-баляу, ау, е, тики-ди-баляу, тики-ди-баляу, ау, е. Петербургские страсти на улице Насти. Ой, да, скучновато как-то гулять здесь, не понимаю я ничего в этом странном месте. Место-то может быть и странное, но все-таки здесь достаточно интересно и хорошо. Ну, это да. Интересно и хорошо, не спорю. Но, блин, я бы сейчас лучше на кухне старушки Бамбум бы сидел, чем с вами тут в камере. Понимаете? Понимаем, Мальфами, понимаем. Мы думаем, что ты оправдаешься. Тебе на следователю сказать, что ты танк соберешь для государства. Или какой-нибудь самолет. И тогда сразу тебя отпустят. Вот поверь моему слову. Но я не хочу, не хочу я на это государство работать. У меня старушка Бамбумба, оппозиционерка. Она мне, знаете, как скалкой по голове-то даст, если я на государство буду работать там. Ну а что? А ты ей не говори. Кто ж тебе не волит-то говорить-то ей? Ты ей не говори. А как она удивится, что меня спустили, скажет, что-то ты, наверное, на сделку со следствием пошел, и как ударит меня сковородкой. Не-не-не, господа, я как-то опасаюсь на себя такие ответственности брать, тем более самолет, танк, я ведь и не соберу. Петербургские страсти на улице Насти. Вы слушали сейчас. Продолжение следует только для вас.